Приветствую вас, дорогие друзья! В данном видеоролике покажу, как автоматически привлекать целевую аудиторию в ваш бизнес из социальной сети Одноклассники. В данной социальной сети очень хорошо срабатывают статусы. Вот если мы заметим, то у моих друзей, ну или у ваших друзей, не имеет значения, у любых людей, когда мы на них смотрим вот в таком вот виде, есть вот здесь у каждого надпись. Данная надпись – это есть часть статуса. Мы видим здесь 20 символов, поэтому очень важно в эти 20 символов вписать самые мотивирующие, максимально мотивирующие слова из вашего статуса. То есть, если человека заинтересует, тогда он перейдет на вашу страничку. Вот, допустим, где взять деньги, мне было бы очень интересно. Перейдет человек на вашу страничку и будет уже дальше работать с более развернутым статусом. В данном случае у меня в статус вмещается очень хорошо фраза $1000 за 2 недели. Далее, если человек это заинтересует, он переходит на мою страничку. Здесь расположен 1,5-минутный ролик с презентацией. Ну и более детальные условия. Скрин с выплатами. Если человека действительно заинтересовало мое предложение, тогда он свяжется со мной. И мы уже будем вести с ним деловую переписку, либо переговоры о том, как зайти в этот бизнес и что для этого нужно сделать. Так вот, в Одноклассниках очень важен тот момент, чтобы максимально большое количество людей могло увидеть вашу страничку. Для этого сегодня мы используем одну очень простую программу, которая автоматически заходит к людям, лайкает их аватарку и под аватаркой пишет комментарий. Одно-два слова. Как это выглядит? Итак, запускаем программку. Вот здесь находится моя мышка, то есть я ничего не делал. Программа автоматически по тем критериям, которые вы обозначили, выбирает город, выбирает тех людей, которые сейчас находятся онлайн, возрастную категорию и пол. Вот в данном случае мы работаем по Москве с возрастной категорией 26-36 лет. Соответственно, программка заходит на сайт тем, кто онлайн, в эту категорию, выбирает человечка, посещает его страничку, лайкает фотку и оставляет комментарий. Вот обратите внимание, как это происходит. Вот программка выбрала человека. Мышку уберу сюда, чтобы было понятно. Сейчас через 10 секунд программка лайкнет его фотографию. Откроет сначала. Вот открывается фотография, вот моя мышка. Еще 10 секунд будет поставлена оценка 5. То есть интервал так запрограммирован, чтобы было максимально понятно, что это делает естественным путем реальный человек. Вот, еще 10 секунд будет поставлен класс. И еще 10 секунд будет написан комментарий. Вот сейчас в поле для комментариев появится текст, который путем автоматического подбора в алгоритме выбирается и вот размещается слово класс и добавляется комментарий. После проделания таких операций программа по циклу заходит к следующему человеку. Снова сейчас пойдет на страничку все тех, кто онлайн. Далее выберет опять же наш город. В данном случае сейчас это будет Москва. Возрастная категория 26-36 лет. И будет выбран следующий человек, который находится сейчас онлайн. Точно так же будет проделана точно такая же операция. Что это дает? Таким образом мы обращаем внимание тех людей, которым мы пролайкали фотографии и оставили комментарий. А дальше срабатывает статистика. Те люди, которым мы поставили оценки 5, они видят наши оценки в своем разделе вот здесь оценки. И естественно, если наш статус их заинтересовал, тогда они пойдут на вашу страничку. А дальше уже срабатывает качество вашего статуса, вашего продающего текста, вашей захватывающей картинки, либо видеоролика. Вот снова программа зашла к человеку. Сейчас лайкнет его фотографию. Вот сейчас фотография открылась. Убираем мышку. Фотография сейчас будет поставлена отметка 5. Вот теперь снова будет поставлен класс. Причем интервал немножко меняется. Плюс-минус 2-3 секунды. То есть время выполнения операции максимально приближено к выполнению действительным человеком. Сейчас будет размещен комментарий. Комментарии разные. Вы можете запрограммировать любое слово, которое вам интересно. Там можно слово, да что угодно на самом деле можно разместить.
все, что не противоречит этическим нормам. Как это срабатывает? Вот для понимания, у меня вот здесь люди лайкали фотографии. Вот здесь, в данном случае, люди без статуса, но вот также отображено у тех людей, которых лайкаем мы. То есть на их месте, здесь их фотография, которую мы лайкнули, а здесь наша фотография и наш продающий статус. И вот таким вот образом мы обращаем внимание этих людей и пассивно мотивируем их зайти на нашу страничку. Затем, когда они заходят на нашу страничку, здесь они видят более развернутый наш статус с нашим бизнес-предложением, видеоролик и возможность открыть, более подробно посмотреть наши координаты, как с нами связаться. Здесь вы также можете разместить ссылку на ваш сайт, для того, чтобы человек мог перейти и более детально ознакомиться с вашей информацией, с вашим бизнес-предложением. И так далее. Вот программа снова зашла к следующему человеку. Сейчас будет поставлена отметка 5. Затем программа поставит класс и разместит следующий комментарий, который у нас запрограммирован в алгоритме. Вы в комментарии можете написать приглашение в друзья, ну что угодно, то есть что обратило бы внимание на вашу страницу. Задача минимум смотивировать любого человека, которого мы посещаем, вот таким вот образом автоматически, перейти на нашу страничку в социальной сети. В данном случае вот мы пишем «давайте дружить» и обратить внимание на наш продающий статус и так далее. Вот таким вот образом программа будет посещать запрограммированное количество людей с определенным интервалом. То есть вы запустили программу и можете заниматься каким-то другим делом, любой другой в социальной сети, общаться в скайпе, все что угодно. Программа настраивается элементарно. Вам нужно только вписать текст, который бы вы хотели разместить в комментариях. И все. Запускаете программу и больше к ней в принципе не возвращайтесь. Вам не нужно обладать какими-то знаниями программирования. Вместе с программой вы получите подробную видеоинструкцию по настройкам и рекомендации по работе, по оформлению странички, по написанию продающего качественного текста, захватывающей картинки, которая позволит максимально эффективно в кратчайшие сроки направить на ваш сайт, либо на ваш видеоролик, либо на вашу презентацию, либо на вебинар именно целевую аудиторию для вашего бизнеса.